Здравствуйте! Видео по проверке тестером Multibrand Pandora 605 штатной сигнализации Skoda Octavia 2009 года и разных автоключей. Это тестер для проверки штатной сигнализации авто Multibrand Pandora 605. Первоначально проверяем сигнализацию авто. Это тестируемое авто Skoda Octavia 2009 года. Штатным брелоком открываем указанное авто. По индикации на тестере видно, что сигнал принят и записан в памяти тестера. Вновь для контроля закрываем-открываем авто штатным брелоком. Выбираем нужную ячейку памяти с записанным сигналом. И несколько раз нажимаем на кнопки тестера «Открыть-закрыть». По вспышкам габаритных огней авто видим, что двери авто разблокируются и вновь блокируются. И так несколько раз. Проверка завершена. Теперь проверка работы этого тестера с ключами от разных моделей авто. Первоначально используем запись сигналов от ключей в ручном режиме, то есть вручную записываем и стираем сигналы ключей от таких авто, как Subaru Outback 2010 года, Toyota Corolla 2014 года, Toyota Land Cruiser 100 2007 года, Toyota Land Cruiser Prado 2008 года, Kia Ceed 2008 года, Hyundai Solaris 2015 года, Kia Ceed 2016 года, Hyundai iX35 2015 года, Honda CR-V 2012 года, Mitsubishi Pajero 2012 года, Ford Focus 2015 года, Ford Transit 2015 года, Ford Explorer 2014 года, Skoda Octavia 2015 года, и Volkswagen Golf 2015 года. Затем включаем режим автозаписи, когда по очереди нажимаем на кнопки ключей
И тестер автоматически записывает и сохраняет принятые сигналы. При этом выключаем режим приема сигнала. Видим, что тестер сохранил сигналы от ключей во всех своих 9 ячейках памяти. То есть тестер работает со всеми указанными выше моделями авто в обоих режимах. Спасибо за просмотр!